Всем привет! Вы снова на моей кухне. И сегодня мы с вами приготовим квашеную капусту по классическому рецепту. Для этого нам понадобится капуста 5 кг, килограмм моркови, семена укропа, крупная поваренная соль. Нашинковали капусту. Нашинковали морковь. Теперь складываем все наши ингредиенты в одну большую емкость. Сложили капусту. Добавляем морковь. Добавляем семена укропа. Солим. И перемешиваем все руками. Соли уходит на такое количество овощей примерно 200 грамм. Теперь капусту раскладываем по чистым баночкам. Разложили капусту по банкам. Накрыли капроновой крышкой. Под банку поместили емкость, так как при брожении может выливаться сок из банки. Ставим банку в теплое место для сбраживания. Вот такая капуста у нас получилась через 3 дня. Всем приятного аппетита! Пока-пока! До следующих видео!